Друзья, многие задаются вопросом, зачем нужен патрон на болгарку и что им можно при помощи него можно, допустим, делать. Вот патрон М14, посадка, просто одевается вот так вот на ушиб. Это вот вариант, первый вариант. Это становится переходником таким вот интересным, в который можно зажимать вот такие вот насадки. Кроме этого, из болгарки можно при помощи такого патрона сообразить себе нехилую бормашинку. Тем более обороты здесь, ну, как бы у болгарки повышены, повыше, чем у дрелей. И это может быть полезно для каких-то работ. То есть вот можно регулировать, ну, уменьшить, увеличить. То есть это можно и без регулятора пользоваться. Вот. В этот патрон вот вставляется вот такой вот гибкий вал. Вот есть, как бы все его знают. Вот с таким тросом хвостовик 6-миллиметровый, 7-миллиметровый патрон. Вот. В рукоятке подшипники здесь, ну это типа Ферадо, ну все оно похоже. Ферадо и это разбирали, как бы все знают, что это одно и то же. И все в одном и том же месте изготавливается в Гонконге. Вот этот вот, как бы гибкий вал. Его навалом в продаже. Вот закручивается вот так вот хвостовик в патрон, затягивается посильнее. В этот патрончик вставляется, вот, допустим, вот такая вот насадка, напильник, шарошка. Также вот таким маленьким ключиком зажимается вот сюда. Вот так вот закручивается. Вот. Вот. Это по дереву. И вот получается вот такая вот машинка, бормашинка, болгарка с гибким валом. Вот. Вот я его сейчас включу. Так, сейчас покажу вам на примере дощечки, ну, допустим, мелкие какие-то бывают работы, болгаркой целой не подлезть, дрелью не подлезть. Конечно, этот вал, кстати, в дрель тоже можно вставить, но у дрели бывает нехватка оборотов и мощности, а болгарка это позволяет сделать. Так вот, покажу вот на примере вот такой деревяшечки. Видите, она желтенькая, сейчас она будет беленькая. Оборотах этот гибкий вал не скручивает, рукоятка не нагревается, потом подшипники достаточно хорошо смазаны. Вот такая бормашинка, вот такой копеечный переходник и всем известная, тоже не очень дорогая, вот такая насадка гибкий вал. Вот вам и бормашинка. То есть не надо бежать покупать, нет необходимости бегать покупать отдельную бормашинку себе, если есть у вас болгарка. На этом все. Надеюсь, всем понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо всем. Пока-пока.